Приветствую всех на цикле телепередач «Будущее Новороссии». Мы запустили этот цикл для того, чтобы дать очертания того, каким должно быть государство, вот это новое государство, выстраданное людьми. Пускай кто-то считает его особым статусом, мы независимое государство. Каким должно быть это государство? Какие идеи нужно реализовывать через власть? Какие механизмы власти выстраивать, чтобы общество было справедливым? Как победить коррупцию? Какие духовные ориентиры, нравственные ориентиры, национальные ориентиры будут у государства Новороссия? Уважение прав и свобод людей, реальное участие народа во власти. Это то, на чем будет строиться фундамент новой государственности. Народ – это единственный источник власти. И так должно быть не только написано в Конституции, задекларировано. Это должно стать реальностью. Нам нужно вернуть власть народу. Вернуть страну народу. Вернуть народу право на владение землей. Право на использование природных ресурсов в интересах народа. Не очень справедливо, согласитесь, когда себестоимость добычи угля 150 гривен, а народу в деревнях его продают по 2000 гривен. Несправедливо, когда себестоимость киловатта электроэнергии отличается от стоимости, которую мы платим в 6-7 раз. И вот эта накрутка вся, это идет в карман олигархам. Олигархи сделали, построили систему, когда, например, предприятие «Вода Донбасса» покупает у предприятия, принадлежащему олигархам, где работают два бухгалтера, и которая владеет рекой, откуда «Вода Донбасса» покупает воду. По завышенным, естественно, ценам, при этом все коммуникации, все системы обслуживания находятся на балансе предприятия «Вода Донбасса». И воровство происходит еще и там. И вот эта вся гнилая система разворовывания денег, гнилая система власти как погони за материальными благами, вот это неуважение к простому человеку, людей, которые представляют власть, это нужно искоренить. Нам нужно выстроить государство, которое будет народным. Не на словах, как бы ни высокопарно это ни звучало, сегодня это возможная реальность. И только от нас зависит, воплотится оно в жизнь или канет в лету. Новороссия – это страна мечты, страна, которая родилась в борьбе за светлую память предков. Мы чувствуем плечо друг друга, мы отстаиваем свое, и в этой борьбе рождается настоящий народ. И этот народ заслуживает того, чтобы жить в свободном от олигархов, в справедливом обществе, имя которому Новороссия. Все это станет реальностью, потому что это будущее Новороссии.